Короче, всем привет! Мы снова станем вместе и шаримся по заброшкам. В прошлый раз был ХЗБ, теперь КЗБ. Мы пролезли через дыру в заборе, как обычно. Кстати, нормально пролезла? Да. Ну все, супер. А то у меня жопа застряла. Ой, ничего себе, смотри, какой лев. Да, тут куча всяких. Так я думаю, просто буду себя снимать, потом, да, под музыку посмотрите все. Так что, оп, почему ты как сразу заходишь в заброшки? Вот она стоит, ты за забором, все спокойно, ты только заходишь за забор, смотришь на нее и становится страшно. Пойдем дальше. Да, они, по-моему, снимают, да, но я тоже видела нож, не хочу туда. Я тоже видела ружье. Блин, самое страшное — это вот люди. Не духи какие-то, а действительно люди. Звери. Пойдем сюда, быть? Да. Что это такое? Паша, вообще не стараюсь метить. Да уж. Может, кто-то снимает с ружьем? Да, смотри, там страхуешь на кассе. Снимают, что-то реально наложит. Походу. Мы где-то на третьем этаже. И здесь уже намного лучше. Кто-то внизу продолжает стрелять, и мы так и не поняли, кто это. Либо видео снимают, либо фильм, либо просто пришли стрелять. А это все она, смотри, обалдеть. А он же на тут полазит. Ну да, она как ХЗБ, серьезно. Видишь, как мы ХЗБ забрались, такие не можем до нее дойти, мы вообще не там. Я помню, главное. Хорошо, что мы будем как-то посмотрели. Да уж. Люби закон. Да уж. В России это актуально. Но... Блин, кто-то старался, рисовал, делал, да, переходы на теле девушки. Красивые очень граффити. А сколько здесь этажей? Не помню. Вот это вот очень хорошая надпись, ребята. КЗБ, я так поняла, славится тем, что здесь очень много красивых граффити. Вон. Сейчас пойдем туда. А как бы нам туда пройти вообще? Сейчас бы тоже бросим. Ага, душ. А, ну как раз мы туда и идем. Необъятные. Очень удобно, не запутаешься. Ну зато да, по кругу просто ходишь. Ну там, наверное, потом выйти из того. Да, где эта стена, этот. Ну если что, там забор такой, то что можем перелезть. Ну да. Просто чтобы мы не вышли с другой стороны и не отвратились. Не знаю, что это такое. Меня такое пугает, на самом деле, сразу вспоминаю сатанисту. Даша. Блин, нормальная тема, да. А, в общем, да, впереди что-то такое болтается, и наши мысли небезосновательны.
В общем, на этих штучках нарисованы люди, нарисован покой, астролистские знаки и не знаю, это... Это прикольно. Мы все-таки думаем, что это художники. Для того, что так думать спокойнее. Скажи, да, спокойнее думать, что это художник. Да. Так вот стрёмно. Да, пойдем дальше. Не будем там рабочие походят. Да? У них свои дела, у нас свои дела. Искатели искусства, свои дела. Да. Андеграунд. Смотри, Саша, боже. Синяя дверь. Я читала, короче, страшную историю про синюю дверь. Как люди ходили в какой-то мир, потом умирали. Ну, в синюю дверь ходили, Скинешь потом... Скинешь потом? Да, найду обязательно скинуть. Идем вперед. Блин, так прикольно, ты захватываешь джик. Да, очень так спокойно все происходит. И почему-то очень мало людей, которые любят заброшки. Просто обычно они тебе все в детстве. Ну да. Блин, я так и не увидела этот класс. Ну, возможно, кстати, мы на втором этаже, кстати. Рисковали своей жизнью, у нас да. Ты представляешь, хочу котяру заснять, котяру не видно. Но я все равно его засниму. Там такое солнце, как у меня на медальоне. Нашла солнце, которое у меня на медальоне. Сейчас мы его покажу. Видишь солнце, да, там подальше? Солнце там подальше, у меня как на медальоне, которым я ношу. Сейчас покажу. Парам-парам-пам. Мне, кстати, тоже, потому что уже не стрёмно, знаешь. Да. Видно, что это какие-то серьезные люди. Да, когда ты журналист и нашел на заброшке истину, журнал «Трава», «Психоделика» и все дела. Ой, смотри, там кто-то тоже сидит. Прямо на крыше, видишь? Надо будет тоже туда попробовать забраться. Так, все, это, походу, последний этаж, дорога стала намного хуже. Почему у них на последних этажах все время из потолка что-то торчит? А, нет, это не последний этаж. Давай на последний поднимемся. А? Ну, наверное. Что говоришь? Ой, пойдем тут сразу на крышу, да. Да, да, правильно. Иду на свет. О, вот мы на крыше, вон это. А нет, это наша вторая заброшка, где мы на крыше с тобой. Да, там нас застукали. Чопы застукали нас там. Аллилуйя! Вот мы на крыше. Капец, да, как же здесь классно, ребята. Thank you.
давай до туда прогуляемся. Вон, скорее всего, сейчас туда пойдем. Где надо. И там уже зафоткаемся. Это же я считаю, это победа. Все-таки приятно взбираться на вершину. И на заброшку. Сейчас еще обойдем. Мне кажется, мы уже разведемся. Помнишь, мы тоже там были? Мы сейчас везде были. Осторожно только. Жалко, что сегодня тучи, было бы так поинтереснее небо смотреть. Но зато не жарко. Зато не? Ну да. Assassin's Creed. Да, я тоже, когда там хотела красивую фотку, подумала сделать, споткнулась, поняла, что не буду рисковать. Здесь так институт рядом, да? Можно и помахать. О, смотри, вот мы с тобой из-за какой-то двери выходили, а можно вот здесь, оказывается, спуститься. Изи. Вода красивая здесь. Вообще очень здорово, что ее не достроили, потому что здесь очень классно. Очень кайфово. Мне кажется, все уже ушли так тихо здесь, потому что... Да, можем. Осторожно, да. Блин, тут просто такой красивый вид, что выйти туда же. Да, здесь очень красиво. И спокойно главное. Вот ХЗБ вообще было неспокойно, скажи. Да уж. Блин, можно здесь остаться? Да. Я хочу здесь жить. Надо приходить сюда, чтобы она еще долго, да, была недостроена, потому что здесь клево. Жалко, что вот сюда и никак не залезть сюда, интересно. Я думаю, сейчас что-нибудь придумаем. Понимаешь? Нафоткались, помедитировали и думаем, сейчас пойдем уже обратно. Вот здесь кайфовое место. Ну, короче, когда мы уже выходили из заброшки, я решила, что мне нужен экшен. И решила не перелезать через забор пониже, чтобы не пачкать себе штаны, а перелезть сверху по дереву и потом спрыгнуть. Ну и, в общем, вот к чему меня это привело. Но я не жалею, потому что я испробовала свои силы и поняла, что стало много сильнее и буду дальше заниматься.